Добрый день, дорогие зрители! Лето, море, солнце – эти слова создают легкий позитивный настрой и обещают нам радостные мгновения отдыха. Однако необходимо помнить, что время, которое вы проводите на пляже, может также серьезно навредить вашему здоровью. Поэтому существует правило правильного и безопасного пребывания на солнце. В жаркую солнечную погоду защищать голову светлым. Светлое лучше отражает солнечный свет легким, легко проветриваемым головным убором, желательно из льна или хлопка. Глаза защищать темными очками, причем очки должны быть с фильтрами, полностью блокирующими солнечные лучи диапазона А и Б. Избегать пребывания на открытых пространствах, где прямые солнечные лучи. Солнце самое активное и опасное в период с 12 часов до 16 часов. За 20-30 минут до выхода на улицу необходимо нанести на кожу солнцезащитный крем не менее 25-30 единиц. Лучше загорать не лежа, а в движении. Принимать солнечные ванны в утренние и вечерние часы. Протирайте время от времени лицо мокрым прохладным платком. Чаще умывайтесь и принимайте прохладный душ. При ощущении недомогания сразу же обращайтесь за помощью. Солнце благотворно влияет на детский организм. Под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D, необходимый для профилактики рахита. Укрепляется иммунная и нервная система, нормализуется обмен веществ, вырабатывается серотонин, который называют гормоном радости. Но солнце может стать для вашего ребенка не только другом, но и злейшим врагом. Настоятельно советуем соблюдать правила нахождения детей на солнце. До новых встреч! До свидания!